Добрый день! Сегодня мы расскажем вам о полуавтоматическом блоке розлива жидкости МДП-200Б. Рассчитан на добавление различных компонентов разных объемов продукта в общую систему. В следующем видео мы максимально постараемся приблизиться к условиям работы по техническому заданию заказчика. Установка имеет возможность запоминания настроек объемов розлива, то есть при необходимости вы можете быстро сменить объемы дозирования продукта. В данном случае 8 головок настроены на дозу 20 мл, а 2 на 500 мл. Давайте начнем. Спасибо большое за внимание, всего доброго и до свидания.